На днях в СМИ появились тревожные новости о том, что звезда нулевых Саша Проджект впала в кому после попытки суицида. В окружении артистки уже высказались по этому поводу. Сама исполнительница пока не выходит на связь с публикой, однако ее мама и представитель уже опровергли информацию о суициде, отметив, что с певицей все хорошо. Хочется, чтобы о Саше никто ничего не писал. Такого количества вранья, собственных домыслов. У меня нет никаких сил. Мне позвонил журналист и заявил: примите соболезнования. Я не понимаю, откуда появляется эта информация. У Саши двое детей, вы не представляете, какое давление они испытывают сейчас. Каждая выходящая статья о Саше — удар по детям, когда об их маме шушукаются родители одноклассников. Все, что написано о Саше сейчас, фейк, подчеркнула менеджер 38-летней Project Маргарита. Помимо всего прочего, Маргарита напомнила, что в свое время Саше пришлось изрядно понервничать из-за плохой работы пластического хирурга. Певица даже обращалась по этому поводу в суд, который в итоге выиграла. У нее был нарост в носу, поэтому она обратилась к пластическому хирургу, чтобы он эстетично ей все сделал. А он ей в носу такое наворотил и испортил то, что до него сделал лор. Потом Саша после родов хотела подкорректировать грудь, это нормально для женщины. Так этот хирург убедил ее поставить имплант в подбородок, потому что он ей сказал, что у нее он недоразвитый. Каково это девушке слышать? Посетовала представитель исполнительницы. Не секрет, что неудачная пластика негативно повлияла на самооценку звезды нулевых. В одно время она замкнулась в себе и даже планировала уйти с большой сцены. Однако Саша Проджект взяла себя в руки и рассказала о пережитом публично. Она отсудила у врача 2,5 млн рублей. Это было резонансное дело, которое Саша выиграла. Судились около 5 лет. Она открыто призналась, не постыдилась. Ее опыт помог многим людям, к ней обращались и писали многие девушки. Не каждая решится показать себя после неудачной пластики.